Думаешь, от игрушек твоего брата будет толк? Ну, конечно, Карли. Ведь Джаком гений, а не бестолковый старый солдафон вроде тебя. Или ты хочешь отнести эту штуку обратно на собственном горбу? Нет, спасибо. Но эти рудокопы, которые ее нашли, не самые лучшие смерти. Зря ты пошел с нами. Ха! Ты слишком много переживаешь, старик. Зато ты много веселишься. Зачем тебе эта штуковина? Хочу с ней разобраться. Думаю, в моей лаборатории она будет не опасна. Разобраться? Самое лучшее – зарыть эту гадость поглубже и держаться от нее подальше. Устройство почти извлечено, ваша светлость. Но рабочие плохо себя чувствуют. Они еще не знают, что такое плохо себя чувствовать, лейтенант. Пусть работают! Сэр, мялские солдаты! Успокойтесь, лейтенант! У меня есть для них хороший подарок. Джакомо! Джакомо! Уходи! Хватайся за руку! Нет! Прощай, Петруццо. Когда уляжется пыль, пошли туда несколько человек. Никто не должен остаться в живых! Есть, сэр! Короче, игрушка – самая крутая стратегия, на мой взгляд. Проходил ее несколько раз. И вот захотелось что-то перепройти. Вроде как 2006 года выпуска. Так, экспедиция в Вербанцию. Петруццо, лорд Ньяны, повел группу, чтобы исследовать странное устройство, найденное на одном из рудников. Этот поход я надеялся использовать как полигон для испытания своих новых механических воинов. Но неподалеку от рудника мы попали в засаду Алессандри Дожи Винуччи. Мой брат погиб, а генерал Карлини и большинство солдат выжили. Я поклялся, что Дож заплатит за убийство Петруццо. Так начинается кампания. В игре три расы есть. И за каждую из рас по ходу кампании мы сыграем. Вообще кампания — это самое яркое, что есть в игре. Там раскрываются прям все возможности геймплея. Мой брат Петруццо погиб. Враг идет в наступление. Клянусь, Дож за это заплатит. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Эти доходяги из Винуччи просто слабаки против наших мианских молодцов. Мушкетеры, огонь! Зарядов не жалеть! Дож, ты за это заплатишь. Отлично! Теперь идем к мосту на гранитной дороге. Это единственный способ добраться до шахты без дирижабля.
Вперед, к мосту! Это единственный способ добраться до шахты и до этих подонков из Винучи. Самое крутое – это способности героев. Так, у него тут 300 сносит и 350 у него хп. Вообще эффективные юниты, которые топчут пехоту, они, грубо говоря, мало того, что урон наносят, да, они еще и прерывают атаку пехоты, которую топчут. Допустим, этот же паук, он сразу не убьет всех, но прервет атаку, они не смогут наносить урон. Вот. И как бы самое крутое, это использовать способность, чтобы, ну, вот такие быстро уничтожать юниты. Смотрите, несколько механических воинов уцелели. Тело после лавины. Отлично, теперь у нас будет больше шансов. Тош уходит, трус! Он бросил своих солдат. Давайте проявим милосердие, такое же, как они проявили к Петруцу. За Петруццо на мост!
Мы вытеснили дожи из Вернации. Но мой брат и еще несколько человек заплатили за это жизнью. Хуже того, дожи удалось бежать, и он унес с собой тайну болезни рудокопов. Но ничего, я разыщу эту крысу из Винучи, и он мне за все заплатит. Нам стоит отправиться туда и выяснить, какую роль во всем этом они играли. Возможно, нам даже удастся узнать, где находится Дожу. Мы направимся на запад к Падонии, встретимся с подкреплениями. Гарнизон Падонии немногочислен, но все же позволит нам поберечь войска. Так, ну на стратегической карте у нас есть чем заняться. Это строить районы здесь. Надо будет, когда очки районов будут исследования, там улучшаются, появляются новые машины, там всякие технологии в казармах, в паровых крепостях и так далее. Какие-то воздушные юниты. Набрать армию – это начальный отряд, с которым начинаем на карте, на каком-то сценарии или просто на карте бой начинается с героем и с этим отрядом, который нанимается за эти очки. И прокачка героя. Вот тут у героя всякие способности. Герои из компании, они в многопользовательской игре не присутствуют. Допустим, вот эти генералы, они только в компании. Вот этот есть герой. Ну и, соответственно, прокачать можно за ход одну линейку. До нас дошли новости о нападениях мародеров в Падонии. Но что еще хуже, в засаду попал конвой, сопровождающий нового пехотинца в Мяну. Если мы сможем отбить пехотинца, он без сомнений пригодится нам в случае боевых действий в пирате. Пехотинец. По-моему, здесь опечатка какая-то, не пехотинец, а робот или боевой вот этот шагатель какой-то. Будет там квест освободить его. То есть не на коне он будет ездить, а на ходоке на своем, то есть на роботе. Глупость Падонии. Вот этот вот робот. После переправы в Падонию мы получили новые сообщения о нападении. Стало ясно, что мародерами были не гончие. Уцелевшие описывали существ или, возможно, машины, сделанные из стекла. Я знаю, что пустынники Алины прибегают к магии, создавая целые стеклянные города. Однако полученные описания не похожи на их изящные работы. Я не могу привести ни одной причины, по которой Алины могли бы на нас напасть. Сейчас, когда дождь наступает на Миану, нам меньше всего нужны лишние проблемы. Но, похоже, с возмездием придется немного подождать. Нам сообщили, что банда налетчиков напала на конвой, перевозивший мою шагающую платформу. Прежде всего, нужно освободить наших людей и вернуть технику. В этом сценарии вы можете выбрать, получать ли подсказки во время игры. Чтобы получить дополнительную информацию о Винчи, нажмите клавишу F10 и выберите пункт «Игровые подсказки» в меню паузы. Наше снаряжение ждет на соседнем руднике.
соответственно, в заданиях можно смотреть дополнительные задания, и за них могут давать какие-то там очки прокачки вот этих персонажей. Так, ну вот эти вот откроются, там будет уже очки на наградные очки, вот за которые можно покупать вот эти способности у персонажей. Типа, если пропускать задание, можно какое-то основное делать, то можно меньше очков получать. Лучше, конечно, стараться все задания выполнять, дополнительные там, основные, и получше прокачивать, побыстрее героя. Мы нашли женщину, которой удалось спрятаться от бандитов. Она из пираты. Говорит, что пришла в Падонию просить помощи. Похоже, у Дожи есть в отношении пираты некие планы, которые местным жителям не нравятся. Я не уверен, что этой женщине можно доверять, но выбора у нас нет. Она обещала помочь нам разобраться с бандитами, если потом мы придем в пираты. Let it go.
такие вот, типа, очки даются, очки героя. Вот, и в конце миссии сколько таких получишь, столько и можно будет прокачать.
Ну, тут, соответственно, каждый раз есть исследование, вот эта книжка, и четыре вот этих полоски. Ну, они каждый раз увеличивают что-то свое, там, допустим, территорию, там, стоимость покупки городов, штурм, доход, исцеление войск, потом винчи, там, переработка, то есть кого-то убивают, там, свои теряют юниты, они получают деньги, хилеи, тимонии, валюту, горное дело, допустим, добычу тимонии увеличивают, ну и так далее, больше прокачиваешь, там, на самый последний, самый мощный бонус. На кондотьерском аванпосту можно нанять наемников. Thank you.
собранные реликвии позволили починить двух механических пауков. Механические пауки находятся возле нашего города. Эти налетчики – настоящая загадка. Вне сомнения, это магические создания, хотя таких я еще не видел. Но Подония теперь в безопасности, так что мы можем заняться более важными делами. Если мы хотим изловить Дожа, надо как можно скорее двигаться в Пирату. Известный наемник из пиратов, очень популярный в народе, но
местные магистраты знают ее как жесткую деловую женщину, способную нарушить любые правила. Герой Винчи – офицер из пирата. С каждым новым уровнем снижает цену объектов на 5%. Это неплохо. Каждый уровень дополнительно дает 10 монет. Прирост добычи золота. Ну вот, соответственно, можно добирать какую-то армию, пока смысла нет. Мьяна является одним из самых богатых городов государства Винчи. Ее лорд Петруцца недавно погиб от руки Дожи, сейчас у власти Джакома. Мадония, город-государство, вассал Мьяна, полагаясь на защиту силы Мьяна в соответствии с договором и также платя пирате, жители Мадонии мечтают заниматься своими внутренними делами. Большая часть экономики этого города-государства опирается на заводы по созданию шагателей, находящиеся в южных низинах. Ну и вот уже можно столкнуться с этим дожем на следующей карте, получается. Вперед на пирата. Дож Алисабри действительно задержал наши перевозки, но это недостатки нашего соглашения. Когда мы вернулись к пирату, его войска осадили наш город. Похоже, и Мьяна, и пирата задолжали Дожу за его вероломство. Битва у пирата. Дож начал создание огромного устройства, которое может сбивать воздушные объекты с большого расстояния. Оно полностью заблокирует воздушные перевозки пирата. А без доступа к небу пират останется без снабжения и в конце концов пойдет. Пирата отказалась помогать Дожу. В ответ Дож решил оккупировать пирату. Венца отвела нас на базу, которую войска Дожа пока не взяли. В многих сценариях можно вызывать на помощь других героев, но помните, при этом расходуются дополнительные ресурсы. Давайте вызовем Карлини, чтобы он помог. Самолет Леноры рухнул на той стороне пропасти. Надо спасать ее. Создаются летающие боевые единицы, в том числе грузовые дирижабли.
их обратите внимание, что... Итак, Джакомо сел в грузовой дирижабль. Давайте перевезем его через пропасть. Высадить Джакомо, выделите дирижабль. Отлично. Теперь вы знаете, как пользоваться грузовым дирижаблем для транспортировки войск. В обмен на нашу помощь Ленора согласилась вместе с нами сражаться с Дожем. В знак доверия она передала мне чертежи пиратских дирижаблей. Ленора многое рассказала нам. Смерть Петруццо поразила даже пирату. Похоже, у Дожа есть в отношении пираты некие планы, которые местным жителям не нравятся. Сокрушитель небес, который он сейчас строит, позволит блокировать пирату и заморить ее голодом. Дож построил хорошо укрепленную базу. Чтобы взять ее, нужно воспользоваться новейшими научными исследованиями и технологиями Винчи.